Вадим Каримшин, пятикурсник факультета математики и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета, стал амбассадором Mail.ru Group в КФУ. Уже больше 6 лет я занимаюсь волонтерской деятельностью в проектах Mail.ru Group. И этот пройденный путь – бесценная награда. Всего на программу было подано более 3500 заявок по всей России. Многоступенчатый отбор предусматривал разные задания – от съемки видеозаявки и прохождения теста на знание фактов о компании до интенсивной двухмесячной образовательной программы, которая включала в себя вебинары от ведущих сотрудников различных бизнес-юнитов и топ-менеджеров Mail.ru Group. Я рад попробовать себя в роли IT-евангелиста и объединиться с единомышленниками из других вузов и специалистами из Mail.ru Group. Впереди нас ждет множество мероприятий, которые будут интересны и увлекательны. Множество акций и проектов. Я уверен, что сотрудничество между Казанским федеральным университетом и Mail.ru Group будет плодотворным и весьма полезным как для студентов, так и для школьников. Теперь его задача – рассказать студентам об IT-отрасли, продуктах и сервисах компании, провести в своих вузах образовательные активности. Также он может реализовать свои собственные идеи и проекты. Всего в этом году амбассадоры Mail.ru Group появятся в 12 городах и 30 университетах. Федор Пасынков, Айдар Нурмиев, Универньюз.